Мне так понравилось все. Даже очень. Не знаю, может, саму выступать еще здесь. Пьесы Александра Сергеевича Пушкина «Каменный гость». Здесь. Наконец-то, наконец мы достигли ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым. Усы плащом закрыт, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя? Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна. Да, и хоть узнать, что за беда? Не встретился мне только сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь. А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает? Да что он сделает? Пошлет назад. Ну уж верно, мне головы-то не отрубят. Ведь я не государственный преступник. Меня он отослал, меня ж любя, чтоб оставила меня в покое семья убитого. Слушай, а ведь это место нам знакомо. Узнал ли ты его? Как не узнать? Антонев монастырь мне памятен. Езжали мы сюда, а лошадей держал я в этой роще. Проклятая, признаться, должность. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте. Да. Инеза. Бедная Инеза. Как я любил ее. Ее уж нет. Инеза, черноглазая. О, помню. 3 месяца ухаживали вы за ней. На силу-то помог лукавый. В июле ночью. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, не находил красавицу ее. И верно. Мало было в ней истинно прекрасного. Глаза. Одни глаза да взгляд. Такого взгляда я не встречал уж никогда. И голос. Голос у нее был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза. Теперь которую в Мадриде отыскивать мы будем? О, Лауру! Да. Я прямо к ней бегу являться. К ней прямо в дверь. А если уж то у нее, прошу в окно прыгнуть. Конечно. Ну, развеселились мы. Недолго нас покойница тревожит. Кто к нам идет? Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ли Донны Анны? Нет, сами по себе мы, господа. Мы тут гуляем. А кого вы ждете?
Дон Гуаном. Точно. Им. Ого! Вот как молва о Дон Гуане и в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют. Он вам знаком быть может? Нам? Нет, нет, конечно. Немало. Нет, не а где-то он теперь? Он в ссылке далеко. Ну и слава богу, чем далее, тем лучше. Всех бы их развратников в один мешок да в море. Что ты врешь? Молчите, я нарочно. Так, значит, здесь похоронили командора? Здесь памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души и плакать, и молиться. Что за странная вдова? И не дурна. Мы женской красотою отшельники прельщаться не должны, но лгать грешно. Не может и угодник в красе ее чудесной не сознаться. Да вы что? А ведь недаром покойник был ревнив. Он дону Анну заперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с ней бы хотел поговорить. О, дона Анна с мужчиной никогда не заговорит. А с вами, мой отец? Со мной иное дело, я монах. Да вот она. Сеньора, я вас ожидал. Идем. Ну что, какова? Что, какова? Ее. Ее совсем не видно под этим долим черным покрывалом. Что синенькую пятку заметил. Послушай, не порыл. А я с нею познакомлюсь. Вот еще. Куда как нужно. Мужа поварил, да хочешь поглядеть на вдовьи слезы. Бессовестный. Ха! Кто мне это говорит? Ну что ж, пока луна над нами не зашла, и светлый сумрак тьмы не обратила. Зайдем в Мадрид, мой верный Липаре. Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже, проклятое жилье! И сколько будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет. Наслаждение жизни одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия. Какая песня, какие звуки, сколько в них души. А чьи слова, Лаура? Дон Гуан. Что? Дон Гуана? Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник. Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец, а ты дурак. Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать своим слугам, хоть ты испанский грант. Зови же, или ты забыла? Что? Чтобы она поединке честно убил твоего родного брата? Как жаль, что не тебя. Я глуп, что осердился. Ага, сам сознаешься, что ты так влюбился. Прости меня, Лаура, виноват. Но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно. А виновата ли я, что поминутно мне на язык приходит это имя? Прощай, Лаура. Стой! Ты бешеный. Останься у меня. Ты мне понравился. Дон Гуан напомнил мне, как выбронил меня. И стиснул зубы скрежетом. Счастливец. Так ты его любила? Очень? Очень. Скажи, Лаура, который год тебе? 18. Ты молода и будешь молода. Еще лет 5 или 6. Вокруг тебя еще лет 6 они толпиться будут. Тебя ласкать, лелеять и дарить, и серенадами ночными тешить, и за тебя друг друга убивать,
на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут и веки сморщись почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты? Тогда? Зачем об этом думать? Что за разговор? Мы тебя всегда накидываем. Приди, открой балкон, как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет, яркая луна в густой синеве густой темной, и сторожа кричат протяжно. Я. А далеко на севере в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь и ветер дует. А нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтоб улыбнулся. Ну, то-то ж. Мило дело. Эй! Лаура! Кто это? Чей-то голос? Ну, а там три! Уже не поздно, Дон-Дуан. Да, как Дон-Дуан? Милая Лаура, мой друг, кто у тебя, моя Лаура? Я? Дон Карлос. О, Дон Карлос. Какая нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам. Зачем же завтра? Давай сейчас. Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Подожди. Я вижу, ты при шпаге. Тогда давай начнем. Ну... Тебе не терпится? Избой. Пришел искать в Мадриде. Друг ты мой, постой при мертвом. Да, ну что нам делать теперь с ним? Да, оставь его. Утром рано я вынесу его под япончо и положу на перекрест. Пускай уж лучше мои ступи вынесут его. Пойдем, прикажу. Что явился одной минутой позже. У меня здесь друзья твои друг ужин. Как-то ты устал. Давай после. Или говори. Thank you.
Какие расторопные у тебя слуги. Господин, я устал ждать. Вы уже свободны? Ну, в общем, да. О, я вижу кровь. Опять попали в передрягу. И снова из-за женщин. Все в этом мире только из-за женщин. На девиц глядите с нужной точки. Наливайте из медовой бочки, только дегтю добавляйте к меду. Вникнуть попрошу в мою методу. Если вы на женщин слишком падки, в прелестях ищите недостатки. Станет сразу все намного проще. Девушка стройна, мы скажем, мощи. Умницу мы наречем уродкой, добрую объявим сумасбродкой. Ласковая, стала быть, липучка, держит себя строго, значит, злючка. Пухленькая скоро лопнет с жиру, щедрую перекрестим в трансжиру. Ну а бережливо окрестим в сквалыгу, если маленькая, ростом с фигу. Если рослая, тогда верзила. Через день глядишь, любовь остыла. К лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, я скрылся здесь. Я вижу каждый день мою прелестную вдову, и ее, кажется, замечен. Чинились долго мы друг с другом, но сегодня пущусь я в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь. Нет. Сеньора. Ба, да что в голову? Придет и скажу. Без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора бы ей уж приехать. Без нее, думаю, скучает командор. А? Каким он здесь представлен, господин? О, что за плечи? Что за геркулес? А сам покойный мал был и чинушен. Здесь, так на цыпочке, не смог бы он руку до своего носа дотянуть. Когда за эскуриалом мы сошлись, наткнулся мне на шпагу он и замер, как на булавке стрекоза. Но был он кот. И дух имел судовый. А вот и она. Опять он здесь. Отец мой, простите, я развлекла вас в ваших размышлениях. Это я... Просите прощения вас должен, сеньора. Быть может, я мешаю печали вашей вольно изливаться. Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить. Мне молиться с вами?
Анна, я не достоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали с благоговением смотрю на вас. Когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете. И мнится мне тогда, что гробницу эту тайно ангел посетит. В смущенном сердце я тогда не обретаю молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю, счастлив тот, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен ее слезами. Какие речи странные. Сеньора. Мне показалось, я не поняла. Что, недостойный отшельник? Что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться? Не стоит говорить. Да. Вижу. Вижу, вы все. Вы все узнали. Что я узнала? Так я не монах. У ваших ног. Я прощения умоляю. О, Боже, встаньте, встаньте. Кто же вы? Я несчастный. Жертва страсти безнадежной. О, Боже мой, здесь, при этом гробе. Пойдите прочь. Одну минуту. Если кто взойдет. Решетка. Решетка заперта. Одну минуту, Донна Анна. Ну что, чего вы требуете? Смерти. Пусть я сейчас умру у ваших ног. Пусть мой бедный прах тут же похоронят. Нет, нет. Не возле праха, милого, для вас. Не тут, не близко. Далее. Где-нибудь там, у дверей, у самого порога. Камни моего могли коснуться вы легкую ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, придете коды дрин наклонять и плакать. Пойдите, здесь не место таким речам, таким безумствам. Завтра я вас приму. Если вы клянетесь хранить ко мне такое же уважение, я вас приму, но вечером, позднее. Пойдите прочь, я никого не вижу с той поры, как обдавила. Ангел, Донна Анна, утешь вас Бог, как вы сегодня утешили несчастного страдальца. Нет, видно мне уйти, к тому ж моления мне в ум не идут. Вы развлекли меня речами светскими, от них уж ухом оно давно отвыкло. Вас зовут? Диего де Кальвадо. Завтра я вас приму. Прощайте, дон Диего. Она свидание назначила мне. Она свидание мне назначила! Я счастлив. Петь готов, я рад весь мир обнять. А командор не будет ревновать? Ну, уж верно, нет. Он ведь человек разумный и, верно, присмирел с тех пор, как умер. Я командор. Прошу тебя, приди к твоей вдове, где завтра буду я. И стать на стороже в дверях. Ну что, ходишь?
боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю. Слезы с улыбкой мешают, как апрель. Что же вы молчите? Я наслаждаюсь молча. Глубоко мысли быть наедине. Прелестно, дома. Вижу вас. Не при гробнице, мертвого счастливца и на коленах. Должен ревновать, он вами выбран был. Нет, мать моя грела мне до тех пор Дон Альвара. Он был я бедным, Дон Альвар богатым. Так вот, счастливец. Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил на райское блаженство. О, Дон Анны, если бы я раньше вас узнал, с каким восторгом. Все бы отдал свой сам, свои богатства, все за единый благосклонный взгляд. Но я был бы рад священной вашей воле, все ваши прихоти я бы изучил, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была не сплошной волшебством и сплярой. Перестаньте, я прошу вас, слушай. Мне вас любить нельзя. Давай, гробу должна быть верна. Если б вы знали, как Дон Альвар меня любил, уж Дон Альвар верно бы не принял к себе влюбленной дамы, когда бы он овдовел. Он был бы верен в супружеской любви. Уж не сердце мне, Дон Анны, вечным поминанием супруга. Ну, полно вам меня казнить. Хотя я казни заслужил, быть может. Чем же, Дон Диего, предо мной виновен? Нет. Любив меня, вы предо мной и перед небом правы. Перед вами? Нет! Нет, я не могу. Диего, я прошу, я требую, в чем предо мной виновны вы? Нет! Нет, никогда! Диего, что такое? Скажите! Нет! Ах, так-то вы моей послушной воле! А что сейчас вы говорили мне, что вы рабом моим желали быть? Диего, я рассержусь. Сейчас же отвечайте. Вы ненавидеть станете меня? Нет, я вас заранее прощаю. Не знать желаю. Не желать. Не желать знать ужасную убийственную тайну. Ужасно? Вы мучите меня. Диего, я страх как любопытна. Вы меня и знать не знали. Как меня могли бы оскорбить? У меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один есть. Идет к развязке дела. Скажите, Донна Анна, а несчастный Дон Гуан вам не знаком? Нет, отроду его я не встречала. Что такое? А вы душе к нему питаете вражду? По долгу чести. Но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Отвечайте. А что
если бы вы, Дон Гомес III. Тогда б кинжал ему вонзила в сердце я. Где твой кинжал, Донна Анна? Вот грудь моя. Нет, не может быть. Не верю. Я Дон Гуан. Неправда. Я Дон Гуан. Так ты мой враг. О, Боже, ты отнял у меня все, что я в жизни. Я Дон Гуан. Я убил супруга твоего. Не жалей о том. Нет, раскаяние во мне. Я Дон Гуан. Я тебя люблю. О, Боже, мне трудно. Дон Гуан. Опомнись. Твой диета. Твой враг у ног твоих. Так это Дон Гуан. Милое задание. Я всем готов удар свой искупить. Скажи, умру. Скажи, дышать я буду лишь для тебя. О, Дон Гуан красноречив. Слыхала я. Вы безбожник, вы сущий развратитель. Сколько бедных женщин вы погубили. Но ни одну из них до ныне я не любил. Донна Анна. Да, я Дон Гуан. И вам он был представлен, я уверен, злодеем и извергом. Ну, Донна Анна, мама, быть может, не совсем не права. Но совесть твою стала много. Быть может, тебе. Я разврата был долго покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я будто вы весь я родился. Вас полюбя, люблю я добродетель и в первый раз пред нею дрожащее колено преклоняю. Я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой. Нет, пойдите прочь. Дона, прошу тебя, я тебя люблю. Так. Ненависти нет в твоей душе небесной, Дона. Ты же понимаешь, что если б я обманывать хотел тебя, признался ли я, сказал бы о той имя, которого не можешь ты слышать. Здесь нет обдуманности, нет. Кто знает вас? Но как сюда могли вы прийти неосторожно? Здесь могли увидеть вас. Ну что, наша смерть за сладкие свидания и безропотно отданную жизнь. Дон Гуан, надо бы расстаться, мама. Тогда же вновь увидимся. Не знаю. Здесь. Завтра. Конечно. Залог прощения. Мирный поцелуй. Пора, пойди. Холодный. Мирный. Какой-то неотвязчивый. На, вот. Пойди, скройся, Дон Гуан. Что там за стук? Господин! Что? Нашел меня в
таверне слуга Лауры. Она узнала, Дон Карлос, которого считали вы убитым, жив и направляется сюда с отрядом, чтобы схватить вас. Видно, кто-то из слуг любезной Донны Анны донес ему. Так, жив он? А я думал, бездыханное тело при дому. Тебя, мой друг, ведь избегать схватки не в правилах моих. Прощаешь. Уходи. До свидания. До свидания. Иди сюда. Знал я, что здесь находится убийца брата моего и мужа вашего. Дон Гуан, так где же он? Дон Карлос, вы обвиняете меня, что я приветила убийцу мужа? Как вам не совестно? Дон Карлос, кто смел опорочить мое имя перед вами? Так нет его здесь? Нет и не было. Поверил бы на вету. Все это недостойно Гранда. Но от волнения и боли в ране Гуаном нанесенной. Жажда гроза теснит мое. Прошу вас дать воды напиться несчастному. И тот час я покину этот дом и не вернусь. Сейчас воды я принесу. Был здесь, мне сердце говорит. Так вот ты, верная вдова. Что ж, послужишь ты делу мести. Я напишу письмо от имени ее и запечатаю конверт печатью Донны Анны, чтобы поверил Дон Гуан. Небось, сошлись они недавно, и почерка ее не знает он. В письме я приглашу Гуана на свидание, в гробницу брата моего. Но ждать его там будут мои слуги, и брат мой будет отомщен. А для людей пущу я слух, что статуя ожившая наказана, а не человечьего. Она на свидание сюда меня позвала. Вот мы договорились встретиться завтра у нее. А впрочем, главное, что я ее увижу. Опять монахи. Когда же они уйдут?
Анна, Анна. Ты передала? Мне кажется. Надеюсь, наконец-то найдете вы покой. Мы будем рады видеть вас и рады для вас работать. Доброго вам дня!